Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. В прошлой серии мы попали в стычку с легионом Цезаря. Да, я одел ихнюю броню, не потому что мне прям как-то уж их страшно, а потому что она покрепче, чем моя. Мне срочно нужен врач, и мне нежелательно встречаться с бойцами НКР. Так что вот такая вот проблема у меня. Двухсторонняя получается. Приходится почаще сохраняться, но тем не менее. Это еще что за такое? Я не хочу знать, что это за создания такие, но... Просто их обойду. Просто обойду. Ой. Ну вас. Меня не интересуете, ребят. Ой-ой, кротокос. Опасные животные. Побыстрее бы кнопок. Просто побыстрее бы. Так, ну я думаю, лучше снять сейчас уже броню легиона. Потому что, ну, как бы если я встречусь там с бойцами НКР, они меня разорвут просто как тузик грелки. Так, ну вон уже Новак, по-моему, да? Или еще нет? Нет, это еще какой-то только пост. Или что это такое? Нет. The Kaisar has marked you for death, and the Legion obeys. Ready yourself for battle. Вы чё, конченые что ли, ребята? Come on! Нет. А. Так, сейчас подождите, мне нужно срочно полечиться. Я сомневаюсь, что мне есть чем лечиться. Но тем не менее. Так. Вот. Давайте попаут. Сожрем. А хрен поймешь. Можно психов колоть в себя, но я не уверен, что я успею. Так. Чё бы еще такого? Ядеркола Виктория. Я не знаю. Вряд ли я выживу. А. То есть вот так, да? Я прям сразу умер. Замечательно, чё. Ну, я не знаю, ребят, как мне выживать, потому что это все очень и очень печально. Нет. Идите в жопу. The Kaisar has marked you for death, and the Legion obeys. Ready yourself for battle. Короче. Знаете чё, вы меня как бы пугаете. Поэтому... Ну чё я могу с вами сделать? Я не готов ещё к драке с вами, честно говоря. Поэтому... У вас случился коллективный, твою мать, коллективный сердечный приступ. И у кротокрыса тоже. Вот, все.
заберу с тебя только монеты, только воду. И все. Все, пожалуй. С тебя. Вы ж винтовками стреляли. Япона мать. Броня, патроны. Не, реально, ребят, вы ж винтовками стреляли. Или я что-то перепутал? Дробовик. Капец какой-то. Все, это не важно. Отныне я вот так буду разбираться с врагами, которые мне не по силу. Что там такое? Небось очередная засада, да? Ага. Что это такое? Стрелок банды гадюк. Попал. Простите, я уж подумал, что это Легион Цезаря. Металлическая броня. Вот моя броня новая, кстати. Потому что, ну, честно говоря, ну вас в жопу. С такими приколами. Так, это выбросить. Выбросить. А что, у меня есть модификация? Нет. Так, что можно тут поремонтировать? Давайте-ка пистолет отремонтируем. Вармент винтовка. Дробовик караванщика. Вот это выкинем. Ну и все, пожалуй. Так, одежда смутьянина. Возьму. Все, пожалуй. Какого хрена меня вот все хотят убить? Я ведь ничего особо плохого не делал. Я ведь убил всего лишь... Заберу. Всего лишь пару легионеров. Меня хотят убить все. Это неправильно, ребятки. Да, прикольно. Так, давайте-ка сохраниться. Ну, вы, конечно, меня извините за то, что я воспользовался читами. Кто? Почему? Зачем? Кто вы такие? Надо пойти посмотреть. Просто посмотреть. Сейчас опять, небось, какой-то легион Цезаря. Конечно. Кого стреляли? Тогда у меня такой вопрос есть. Непонятно. Воу. Там вот кто-то ходит. Тоже, небось, патруль какой-то. Опять легион. Ну, солидная какая-то тут пострелюха идет. И не хочу вставать на сторону ни тех, ни других. Что это за место вообще такое? Быстрое перемещение. Что за локация-то? Пост рейнджеров Чарли. Рейнджеры, у вас тут есть хоть какая-то медицина? I'm not sure you should be here. Почему нет? Ребятки, почему нет? Я ведь против легиона.
Пожалуйста, почему нет? По Стрэнджер. Двери. Какого черта? Неужели тут никого нет? Не, вот кто-то есть. А вот. Офицер связи. McCarran doesn't like it. Так. Тут было что-нибудь необычное. All quiet at the moment. Ranger Beaumont is in charge here, but he's off leading a patrol. Хорошо. Что насчет McCarran? Radio signal out here can be pretty spotty because of all the hills. When it happens enough times, they send someone over to check up on us. Lately, we've been getting extra medical supplies for some reason. I'm in no rush to give the supplies back, either. Ну, я понял. Можно ли лекарства? I shouldn't have said anything in the first place, and I'd rather not get you into the habit of crossing the NCR. Да, ёпт. Rangers... See you around. Как тебе сказать? Блок сигарет. Металлический ящик. У нас нет медицины. Это очень плохо. Хотя я могу вернуться. Сейчас же я могу перемещаться именно в это место. Да, могу. До Новака осталось не так много, в принципе. Поэтому давайте-ка до него дойдем. И черт, я заблудился. И уже в Новаке закупимся по полной программе, вылечимся и все. Хотя я все-таки думаю, что стоило бы вернуться в Good Springs, там опять починиться. Капец, у меня опять нету патронов. О, на мать. Ладно. Я думаю, эта винтовочка мне пригодится в любом случае. А пока похожу с пистолет-пулеметом. Вот уже и динозаврик виден. Уже недалеко до новых. Совсем чуть-чуть. Страшное место это пустошь. Никогда не знаешь, что тебя ждет впереди. Два патруля, блин, которые мне встретились. Это стопроцентовая смерть в любом случае. Если я первый еще как-то размотал там, по одному их повытягивал, то со вторым там вообще беда. То есть ни патронов, ничего мне там нет на них. Пришлось воспользоваться читами, что поделаешь. Новак. Так, бродячий торговец, верно? А нет, это только брамин. А торговца нету? Нету. Черт. Это плохо. Ну и в динозаврике, разумеется, сейчас все спят. Тут поспать нигде нельзя. Номер мотеля. Вот этот, кстати, номер нам подарят за хорошую службу, но тем не менее. Поспать-то негде. Давайте подождем. No offense, but I need to focus on getting more rest when I'm off duty. I'm not sleeping so good. So now's not a good time. If you want to talk, catch me when I'm on duty. I'm up at the dinosaur after 9 p.m. Yeah. Хорошо. Бум. Я тебя запомню. Так, теперь давай посмотрим, что у тебя в магазине-то есть. Welcome to the Dino Bite. Магазин очень хорош.
Well, there's T-Rex figurines, of course. We also have an assortment of the rep... Что продаешь? Покажи. Sure thing. Have a look. Так, давайте-ка сначала оружие посмотрим. Так, ну... Винтовка такая себе, да? Но стоит 16 тысяч. Пистолет тот самый. Гранатомет 40-миллиметровый. Винтовка ковбоя. Как у меня. Так. Ну, у него 400 крышек, это очень плохо. Особо не поторгуешь. И все, да? По помощи давай. Докторский саквояж сюда. Стимуляторы все сюда. Я тебе сейчас... Начну, пожалуй, с оружия, да? 5-миллиметровый пистолет-пулемет. Да давайте продадим его. Винтовка ковбоя ни за что. Хотя она стоит приличных денег, но тем не менее. Динамит, пожалуй, ну сколько? Штук 6, да? Так, потом динамит с длинным запалом. Забирай. Дробовик караванщика забирай. Револьвер. И режущую перчатку. Так. Еще тут у нас есть броня наемника. Забирай. Вот эти вот очонки. Тоже забирай. Я тебе еще должен все равно. Но посмотрим, давайте-ка. Дайджесты программиста забирай. Оружие будущего. Sunset Separilla оставлю. Так. Наука для всех забирай. Так, Stealth Boy тоже забирай. И все, пожалуй. Так, теперь давай посмотрим, что у тебя есть по разным. Так, это все не то. Затвор для карабина. Интересно. Прицел для 9-миллиметрового пистолета. Интересная штука. Оригинальный клинок для катаны. Тут даже такое есть. Так, счет для охотничьего дробовика. Такое себе. Так, хорошо. 5.56 не интересует. 9 миллиметров не интересует. Так, 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 так. Вот эти вот патроны, верно? К моей охотничьей винтовке. Нет, это винтовка ковбоя. Да, 357 магнум стреляет. Да, давай сюда все 7. И все? Все, что у тебя есть? Да ты днище. А 10 миллиметров есть? 10 миллиметров. А, нет, есть. Патроны 10 миллиметров. Ну, еще штук. Ну, давай штук 30. Да, принять. Come back soon now. Хотя нет. Welcome back. Так, я ищу человека в клетчатом костюме. Sure, but he didn't buy any souvenirs, if that's what you're wondering. Sounded like he didn't have his money with him. His friends seemed disappointed about it. Heck, I would be too if I found such a fine store and left my money elsewhere. Manny might know more about him. Thought he might have been friends with one or two of them. He's up in the dino mouth during the day. Так, ну хорошо. Come back soon now. Значит, от Мэйни. А где у тебя Мэйни? Теперь много. О, Мэйни. What's going on, man? Я не промахнулся, кстати.
Привет, будем знакомиться. I'm Manny. I'm on security. You see a rifle barrel sticking out of the dinosaur's mouth, you got a 50-50 shot it's me. Otherwise, it's Boone. Я понял. Кто такой Boone? Boone's a sniper, same as me. Used to spot for him when we were enlisted with the NCR. After we got out, I talked him into settling down here. So, here we are. I'd introduce you, but, Хорошо. Я ищу человека в клетчатом костюме. Sure, I know him. What do you want with him? Честно говоря, нет, лгать я тебя не буду, у меня с ним свои счеты. Doesn't surprise me. Guy seemed like he'd do whatever it takes to get what he wants. Probably makes a lot of enemies. Well, listen, I can definitely help you find him, but I've got problems of my own. Maybe we can do a trade. You need my help, there's something I need too. Хорошо. Что тебе нужно? Novak, it's home for me now. I want that to be for good. I like it here, and I've left too many homes behind. But the only resource we got here is junk. Without that, people wouldn't have anything to trade. They'd all have to leave. We get most of it up the road from the old rocket test site, but a bunch of ghouls showed up one day and took it over. We can't get in there now. Гули? Почему ты к ней выгонишь? I would, but I've got to watch the road. Caesar's Legion has been taking territory just east of here. They took Nelson. If we let our guard down, they might attack. Nice. All it takes for the Legion is for them to sense weakness. Что нужно сделать? Well, they gotta go, or this will be a ghost town before long. Doesn't matter to me what you do. As long as the ghouls are out of there, that's good enough for me. Хорошо. It'd mean a lot to me. Yeah, see. Так, ну, я не знаю, это мне нужно двигаться в комплекс Repcon. Так, давайте-ка еще посмотрим по стимуляторам. Я ж там вроде как купил несколько штук. Да, один юзану. Хилит. Как-то не особо. Ладно. Жизни-то добавилось. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, что за задание мы взяли. Ну, то есть, где оно? Давай полетаем. Полигон Repcon. Карта мин. Ну, не так далеко здесь, в принципе. У меня не так много патронов. Тем не менее, сойдет. Это винтовка Вармин, блин, тоже еще. Такое бестолковое дело. Но, по крайней мере, она с прицелом. Это уже хорошо. Так, ну уже 20 минут. В принципе, давайте на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. С вами был Марс. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.